заводчане вносили вклад и во время Великой Отечественной войны, обеспечивая обороноустойчивость нашей страны в течение мирное время. И сегодня они находятся на переднем крае именно в обеспечении наших войск, снабжении наших войск боеприпасами. От всей души поздравляю с праздником, от всей души желаю всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, хорошо трудиться на благо нашей Родины, для безопасности нашей Родины.